Пожарная Каланча Мстислава станет туристическим объектом. На ней сделана оглядальная пляцовка. Высокая вежа небы на долоне у весь город с его уникальными помниками архитектуры. А еще сотрудники районного отдела по надзвичайных ситуациях рихтуют до экспозиции стародавнюю помпу, что выкористовывали при тушении пожаров. Урочистое открытие заплановано до областного фестиваля кермашу «Дожинки 2016». Подробности у Татьяны Сергейчик. Дозорная вежа Мстислава, ти пожарная каланча, помник архитектуры початку 20-го стагодия, побудованная она с мясцовой цеглы. Однако после Великой Айчины войны по призначению не выкористовывалася. Она не является памятником древней старины, но все-таки год постройки ее 1935. Это здание, ну, как бы является тоже одним из акцентов города. Оно сохранилось, не во всех городах Беларуси имеются такие пожарные объекты. Толщиня стен каланчи 1 метр, в окна без шкла, так треба. На их теперь рашотки. Драуляная лесвица веде до оглядальной пляцовки. Это 5-й фаерх. Это нават вышэй, чем звычайный 5-поверховый дом. На 6-м оглядальная пляцовка. Страдаўнім Мстіслаў нібы на долоне. Каланча – самая высокая кропка у городе. Наш город называют белорусским Суздалем, так как у нас много памятников архитектуры. 22 памятника у нас считается, находится в государственном списке. Мы находимся на одном из объектов историко-культурного наследия. Это наша пожарная каланча. Это будет на время летнего, весеннего-летнего периода как музей. Ну а, соответственно, на зимнее время экспонаты будут убираться. До экспозиции сотрудники райотдела по надзвичайным ситуациям рыхтуют стародавние колесы с сапраўдной пожарной помпой и бочку для воды. Этот насос был предназначен для тушения пожаров, для подачи воды непосредственно в очаг загорания. Вывозились они, как правило, на конных телегах. Вообще существовало три вида телег. Это одна телега, которая возила бочку с водой, вторая телега для вывоза личного состава, и третья телега была непосредственно для вывоза вот таких вот насосов. Як тушили ранее пожары, продемонструют каля каланчи подчас областных дожинок. Гости фестивалю кермашу смогут полюбоваться краевидами Мстислава, заглядальной пляцовки пожарной вежи. Татьяна Сергейчик, Виталь Алексеенко, Новин регион.